Украинский вопрос продолжает будоражить общественность. Представители национально-освободительных движений, патриотических организаций, коммунисты, справедливо-россы и болотный сиделец рукавишников за круглым столом обсудили события в Украине. Как и в разных СМИ, здесь царила полная разноголосица. Версии о причинах и последствиях произошедшего выдвигают разные. Важно для участников дискуссии было ответить на вопрос, кто виноват в случившемся. Но по традиции он остался риторическим. Возможно, ответить на вопрос и увидеть, сколько действительно ивановцев задевает проблема соседнего государства, можно будет 14 марта на митинге в поддержку Украины. Александр несколько дней назад приехал в Иваново из Харькова. У него, как у очевидца событий, свой взгляд. Мой знакомый тоже активист, приехал в Киев организовать антимайдан, то ихний поезд подожгли. Один вагон подожгли. Понимаете? То есть здесь дело не игрушки. Когда ребят, которые были в Беркуте, они сейчас про них забыли.